Типа с помощью скотча можно определить, хороший тональник или нет? Я как раз купила недавно новый тональник, поэтому сейчас мы его и затестим. Клеим на лицо. Обязательно встряхиваем. О, такой жидкий и легкий, как водичка. Капец, вы это видите? Так легко и равномерно распределился. И тон, по-моему, подошел. Так, ну все, отдираем. Просто видишь, как он все это перекрыл. Лицо не жирное и абсолютно матовое. Короче, капец, девочки, если что, тональник от Vivienne Sabo Shake Foundation.